Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. И показываю я для вас сегодня вот такую коллекцию. Предыдущее видео у меня так и не загрузилось, но ничего страшного. Я думаю, что день праздничный, и мы с вами все успеем. Пришлось видео убавить наполовину, чокеры сниму в другой раз. Итак, поехали. Цитрин в ранделях. Красота невероятная. Вот так. Покажу близко-близко, чтобы каждую, смотрите, ранделечку было видно. Вот такие роскошные бусы. 49,5 сантиметров плюс удлинительная цепочка. Рандельки 7,5-8 сантиметров. 6700 рублей стоит. Это фантастика. Изумруд Россия. От 3 до 6 миллиметров рандельки с ограночкой. 48,5 сантиметра плюс цепочка удлинительная. Вот так. 18800 рублей. Сапфиры. Показываю сначала драгоценные камни. Смотрите. Вот это все сапфиры. Желтый сапфир. Красота невероятная. Смотрите. Вот так будет нежно очень. И в то же время ярко будет на шейке. Так, желтый сапфир 3 миллиметра, 48 сантиметров, 7300 рублей. 7300 рублей. Смотрите, вот такая ниточка. Так, что-то они у меня запутались. Я думаю, что ничего страшного. Вот одна такая ниточка будет у вас на шейке. Вот так. Далее, сапфир розовый. Смотрите, фантастика. От 3 до 5 миллиметров диаметр, 48 сантиметров, 10 тысяч стоит ниточка. Сапфир синий. От 2 до 5 миллиметров. Красота. Так, что-то камера выпендривается. Красота невероятная. Вот. Вот такое качество. Роскошное. Собранные бусы очень симметрично. Вот так. И вот так, смотрите. Вот таким образом. Так, стоимость 49 сантиметров длина 9400 рублей стоит одна ниточка. Рубины. У меня их тоже три вида. Рубин гладкий в огранке. Смотрите, какая красота. Сейчас поближе покажу бусинки. Бусинки все немножко разные. Камень натуральный. Все камни здесь натуральные. От 3 до 6,5 миллиметров. 49 сантиметров длиной. Плюс цепочка. 11350 рублей. Стоит эта сказка.
еще рубин, рандели в огранке. Качество просто фантастическое. От 2 до 5 миллиметров, 50,5 сантиметров плюс цепочка, 14 тысяч стоит ниточка. Рубин в серебре. Вот такого качества и вот такого размера. Диаметр 7 миллиметров. Красота невероятная. Полностью в серебре. И замочек, и цепочка, и прокладочка между бусинами. Это все серебро. 52 сантиметра плюс цепочка. Стоимость 13 800 рублей. Топаз без удлинительной цепочки от 4,5 до 8 миллиметров. Это производство Россия. 49,5 сантиметров, 10 тысяч стоит ниточка. Опал Эфиопия. Покажу его немножко вот так. Смотрите. Фантастическое зрелище. Держать в руках. Вот не поверите. Даже в руках подержать. Вот благоговение. Диаметр ранделей от 3 до 9 миллиметров. 53 сантиметра плюс цепочка. Стоимость 18 тысяч. Так, александриты Чохральского. Диаметр бусин от 4 до 6 миллиметров. 50 сантиметров длина без удлинительной цепочки. Стоимость 6360 рублей. Покажу их сейчас. Смотрите, меняется освещение. Меняется цвет бус. Ну, к слову сказать, у меня сейчас они серо-зеленого цвета. У вас показывает, ну, то, что показывает. 6360. Дальше есть у меня два танзанита. От 3 до 5 миллиметров диаметр бусин. Танзанит. Значит, бусы немножко разные. 47 и 50 сантиметров. Соответственно, 11 500 и 12 тысяч. Смотрите. Вот эта ниточка стоит 11 500. Вот эта ниточка стоит 12. Все бусины немножечко разные. Цитрина Россия. Вот где богатство. Вот такое. Такие интересные бусы. Так, это у нас цитрин с горным хрусталем. Диаметр 10 сантиметров. 58 сантиметров. Длина бус. Плюс. Нет, без плюса. Просто 58 сантиметров. 4100 рублей. Фантастика. Давайте покажу чуть дальше. И вот так. Вот такая красота. Так, цитрин спиритом. 12 миллиметров диаметр. 55,5 сантиметров. Стоимость 4400 рублей. Цитрин с адуляром. Диаметр 10 сантиметров. Тоже красота. Вот так. 53,5 сантиметра. 3200 рублей.
3200 рублей. Цитрин в ограночке. Красота. И цвет сказочный. 56 сантиметров плюс цепочка. 2700 рублей. Флюориты Монголия. Восемь миллиметров бусы. Красота. Качество просто вот. Ой, все сбило. Весь штатив полетел. Хотела показать качество. Смотрите, качество бусин. Высочайшего качества. Так, его длина 53 сантиметра, 3700 рублей стоит эта сказка. 3700 рублей. Так, есть у меня вот такой флюорит, 10, диаметр 10 миллиметров. Так, 52,5 сантиметра, 4000 рублей. Вот такая красота. Так, и вот такой, вот такое колье флюоритовое. Диаметр 8,10 миллиметров, 62,5 сантиметра, 4300 рублей. Стоимость этого колье. Гранаты. Гранаты Россия. Гранат Альмандин в огранке 6 миллиметров. 52 сантиметра плюс цепочка. 4 миллиметра, роскошная, сказочная. Стоимость 2000 рублей. Гранат шар 11 миллиметров, 46,5 сантиметров длина бус, 3200 рублей. Фантастическая вещь. Покажу его вот так. Смотрите. Темно. Такие вишневые, я бы сказала, бусы. Вот цвета спелой вишни. Вот это больше всего подходит к ним. Вот такое определение. Цвета спелой вишни. Фантастика. Так. Гранат в огранке. 12 миллиметров, проложен серебром. Замок серебро, цепочка тоже серебро. Стоимость 3600 рублей. Вот тоже цвета спелой вишни. Так, ну и совсем фантастическое колье. Огромные бусины, 14-15 миллиметров, в серебре, 46,5 сантиметров, смотрите, высочайшего качества, спелая вишня, вот, стоимость 3600 рублей. Покажу два агата, белый и черный. 55 сантиметров оба, собраны из бус 6, 8, 10 и 13 миллиметров. Значит, белый стоит парадный, торжественный, стоит 800 рублей. Черный агат стоит 1000 рублей. 55 длина плюс цепочка. Хрусталь в огранке. Россия. Так, агат тоже Россия был. Значит, гранат, агат и хрусталь – это Россия. Фантастика. Горный хрусталь. 12 миллиметров. 45 сантиметров длиной. 2000 рублей. Вот
Такая фантастика. Так, у меня их три ниточки. Так, хочу показать браслеты, уж коль я до них добралась. Значит, смотрите, это турмалины. Маленький браслет на 17, 17 с половиной, вот этот, на 17, 17 с половиной ручку. Красоты невероятной. Стоимость 8850 рублей. Этот браслет побольше. 19-20 размер, 7300 рублей. Смотрите, они все на резиночке. 7300 рублей. И фиалковый аметист. Красоты невероятной. Вот так. На ручку 18-19. Смотрите, тоже на резиночке. 2500 рублей аметист. Далее. Соколиный глаз. Значит, один у меня собран с серебром, другой без серебра. Значит, сокол, шар без серебра, смотрите, его стоимость 2200 рублей, 2200 рублей. Сокол в серебре, с серебряным замком, с серебряной фурнитурой, стоит 3100 рублей. Значит, собраны из шаров 12 миллиметров. И длина нитки 47 сантиметров плюс удлинительные цепочки. Красота, красота. Кунцит. Смотрите. С эффектом кошачьего глаза. Давайте немножечко его по-другому покажу. Вот. Смотрите. Вот эти блики называются эффект кошачьего глаза. Значит, 10 миллиметров, 10 с половиной. Длина нити 50 с половиной сантиметра плюс удлинительная цепочка. Весь кунцит в серебре. Смотрите, весь кунцит в серебре. Стоимость его 7800 рублей. 7800 рублей. Так, гиперстен. Вот где фантастика. Вот, вот. Давно не было у нас гиперстена. Что-то как-то вот, смотрите, весь блестит, весь бликует, весь переливается. 12 миллиметров. 47 сантиметров, длина нити, плюс 6,5 удлинительная цепочка, 9300 рублей. Так, цитриновое колье высочайшего качества. Смотрите, смотрите, какое качество цитринов. Значит, собран с серебром. Вот здесь, вот они, серединочка. Смотрите, на самых крупных проложено серебром. 56 сантиметров, 7200 рублей. Качество, ну, говорит само за себя. 7200 рублей. Так, Шерл. Кварцы, тоже фантастика. 13-14 миллиметров, 51,5 сантиметров плюс удлинительная цепочка. Шерл собран через Шерл. Стоимость его 6000 рублей. Ну и хочу закончить кианитом.
Вот такая фантастика. Смотрите. Вот так. Красота просто невероятная. Значит, диаметр 12 миллиметров. Вот он. И 14 миллиметров. 51,5 сантиметра длина каждой нити. Стоимость 14500 рублей. Любая нить 14500 рублей. Вот на этой фантастике я и хочу закончить свое видео. Будьте здоровы! С Днем Защитника Отечества, дорогие наши мужчины! Всего вам доброго!